Ремонтом это назвать можно лишь относительно. Судя по масштабам работ, идет строительство практически новой дороги. Проезд на время строительства перекрыт. Работает тяжелая техника. Мягкий грунт, лежащий в основании старой дороги, на всем протяжении заменен на твердое песчано-каменное основание. На срезе видно, что старый асфальт лежал на обычном грунте, и поэтому со временем весь просел и потрескался. Новые технологии строительства дорог позволят этого избежать. Кроме этого, объездная дорога станет значительно шире старой и составит 8 метров взамен неполных 4 и плюс метровые обочины. То есть здесь будет полноценная широкая дорога. Также в той части, где располагается жилой сектор, будет произведена установка ливневых стоков. Для удобства строительства часть будущей двухполосной дороги заасфальтирована. Сдача участка дороги от Парковой до кладбища запланирована на 1 сентября текущего года, после чего будет решаться вопрос о начале второго этапа реконструкции участка от кладбища до Анапского шоссе.